Арктика интересна не только в плане туризма, но и развития бизнеса. Как подняться вверх по предпринимательской лестнице окружным бизнесменам, рассказал один из самых успешных стартап-менеджеров в России. Он же основатель и руководитель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович. Глобальный бизнес-ликбез проходит в рамках уникальной образовательной программы «Опора Арктики». То, что я вам хочу сегодня рассказать, это как раз будет, наверное, именно про поиск своего пути и про то, как я пришел к своему решению. Владимир Маринович прочел участникам проекта мотивационную лекцию под названием «7 шагов к бизнесу». Как признался сам спикер, главной его задачей было рассказать, что предпринимательство – это интересное и увлекательное дело. И предпринимательство дает возможность человеку реализовать не только какие-то свои амбиции с точки зрения дохода, но главное, что если у человека есть интерес, если у него есть какая-то красивая идея, то он понимает, что эта идея не зависит от какого-то начальника, который ему одобрит или не одобрит. Это зависит только от него, от его таланта, от его упорства, от его желания достичь результата и реализовать эту идею и показать всему миру и самому себе, что ты можешь это сделать. Это круто. И когда у тебя это получается, это реальный кайф. Среди слушателей опытные молодые предприниматели, а также школьники и студенты, которые только планируют приобщиться к предпринимательской деятельности. Именно на них, молодых и активных, полных желаний и идей, нацелен этот уникальный образовательный проект. По задумке организаторов, программа продлится до декабря. В течение этого периода мы будем также привозить таких же федеральных спикеров, которые будут читать на разные тематики. У ребят будет уникальная возможность с ними пообщаться. Причем формат мы предусмотрели два формата. То есть первый день – это общая лекция для всех желающих. Второй день – это коучинг, то есть работа именно с теми ребятами, которые будут идти до конца. То есть это будет небольшая группа людей, которая будет отобрана на периоде регистрации, с которыми будет проводиться индивидуальная работа тех спикеров, которые будут приезжать на эту программу. Результатом глобального бизнес-ликбеза станет создание предпринимательских проектов, которые ребята защитят на инвестиционной площадке и, возможно, получат финансирование на их осуществление на территории округа. А пока слушатели ждут лекции других успешных людей, готовых поделиться своими знаниями и опытом. Так же, как и лекция Владимира Мариновича, они пройдут в рамках образовательного проекта «Опора Арктики». Кстати, его реализация стала возможной благодаря федеральной поддержке и госпрограмме «Ты предприниматель». Она действует на территории округа с 2011 года. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».